Устроил стрельбу вместо того, чтобы платить за проезд. В Балаково следователи выясняют детали ЧП, которое случилось накануне около полудня в микрорайоне 4Б. По предварительным данным, 61-летний таксист подвозил молодого человека. Последний без видимых на то причин достал пистолет и выстрелил водителю в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Как рассказали очевидцы, таксист сам выбрался из автомобиля, поймал попутку и попросил отвезти его в больницу. Уже в машине ему стало плохо, он потерял сознание. Причина инцидента, а также была ли стрельба с целью хищения имущества, пока не ясно. Известно лишь, что пострадавший, прооперированный, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. На месте преступления весь день работала следственная группа. Правоохранители искали оружие, из которого был произведен выстрел. По крышам лазили, потом по полю они туда ушли, они там смотрели, нашли, что они, оружие, видать, искали. Тот человек-то раненый. Пули извлекли, наверное, из чего и стреляли, автомат или пистолет. Весь день силовики занимались поиском подозреваемого. Задержали его накануне поздно вечером. У мужчины изъято самодельное стреляющее устройство, 6 патронов, 2 самодельные пули, 2 стрельных гильзы и нож кустарного производства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.